Здравствуйте, это программа «Территория права». Исторически составить завещание было связано с заботой о своей душе, поэтому в Древней Руси этот документ назвали «душевная грамота». И по сей день завещание позволяет наследодателю передать имущество тому, кому он считает нужным, и это может быть не только родственник завещателя, а совсем посторонний человек. Примечательно и то, что наследники могут и не знать о существовании такого документа. Вот также возможно отменить или изменить содержание документа неограниченное количество раз. Ну что ж, мы продолжаем в прямом эфире отвечать на самые актуальные вопросы по завещанию с нотариусом Красноярского района Самарской области Ольгой Александровной Портновой. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Традиционно наша программа выходит в прямом эфире. Уважаемые телезрители, 202-11-22, дозванивайтесь к нам в студию. Задавайте вопросы свои по завещанию, по наследству, если у вас сложилась такая ситуация в жизни. Сегодня в прямом эфире Ольга Александровна Портнова непременно вас проконсультирует. Мы ждем ваших вопросов по телефону в студии. Я еще раз называю, и они периодически появляются на ваших экранах, 202-11-22. Ну что же, Ольга Александровна, кто может претендовать на наследство? Расскажите, пожалуйста, вот вне зависимости от того, прописаны эти люди в завещании или нет. И вот есть такой термин, как обязательный наследник. Вот расскажите, пожалуйста, кто эти люди? Значит, по общему правилу у нас есть два основания наследования. Это закон и завещание. По закону наследуют у нас наследники по очередности, установленной в Гражданском кодексе, если нету завещания. Если наследодатель оставил завещание, то он указал в завещании тех лиц, которым он пожелал оставить то или иное имущество. Он может написать распоряжение в отношении всего имущества, какое у него есть, либо сделать завещание в отношении части имущества. То есть какой-то конкретный объект недвижимого имущества, либо движимые вещи завещать как наследникам из числа лиц по закону, которые могут быть призваны, так и совершенно лицам, не относящимся к наследникам по закону. Это могут быть и посторонние граждане совершенно. Но при наличии завещания действительно есть такое понятие обязательного наследника. То есть есть круг лиц, которые будут призываться к наследованию, независимо от того, учтены они в завещании, написал им что-то завещатель своей воле, либо нет. Это лица из числа наследников по закону первой очереди, относящиеся к первой очереди, это дети, супруги, родители, а также иждивенцы наследодателя, которые... Если мы говорим о детях, о супруге и родителях, то если они являются нетрудоспособными по возрасту или по состоянию здоровья, вот они и будут иметь возможность претендовать на обязательную долю. Это несовершеннолетние дети наследодателя, нетрудоспособные как по состоянию, по здоровью, это значит либо пенсионного возраста достигшие граждане, либо имеющие инвалидность любой группы, первая, вторая, третья группа. Соответственно, если у лица, лицо отвечает вот этим требованиям статьи, то даже если его не указали в завещании в качестве наследника, он может прийти, предъявить документы, подтверждающие его право на обязательную долю, подать за заявление нотариусу, и его будут рассматривать уже как наследника, которому необходимо будет высчитать долю, которая будет ему причитаться. А вот вы знаете, у меня в продолжении вашего ответа такой вопрос. Вот если, к примеру, завещание не составлено, и никто о своем праве на наследство не заявлял, вот каков круг лиц, призываемый к наследству, вы же их не разыскиваете, нотариусы, нет, конечно? Нет, же. Нет, не разыскиваем. Здесь это право самого наследника прийти и сообщить о том, что открылось наследство, умер гражданин, и он хочет заявить о своих правах. И даже если этот человек пришел, он, возможно, и не будет претендовать на наследство. Верно, я понимаю? У нас есть как право принять наследство, так и отказаться от наследства. То есть принятие наследства – это не обязанность, это право. Гражданин сам для себя решает. Если он является наследником по закону, он приходит и, пообщавшись с нотариусом, принимает решение о принятии наследства, подает соответствующее заявление. Если он принял решение отказаться от наследства, то
также он подает заявление об отказе от наследства, и больше он не участвует в разделе наследственного имущества. Спасибо большое, очень все понятно. У нас есть звонок от телезрителей. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, я вот хотел сказать, смотрите, я в разводе, да, проживаю с матерью, у меня есть сын, он живет отдельно. Он идет как первый наследник, я так понимаю. Вот. Да. Но так как, например, я не хочу им что-то оставлять, я делаю завещание на какое-то лицо, и, соответственно, им с бывшей женой ничего не должно остаться. Это правильно? У вас, получается, ваши наследники, в первую очередь, это ваш ребенок и ваша мать. Если отца нету, то вот два наследника по закону, которые имеют право претендовать на наследство. Естественно, если вы сделаете завещание, и в этом завещании ваш сын не будет упомянут, то таким образом вы его лишаете права наследования. И у него будет возможность принять наследство, обратиться к нотариусу за получением свидетельства только в том случае, если он будет относиться как раз к категории обязательных наследников. Если это несовершеннолетний сын к моменту смерти, либо это к моменту смерти уже лицо, достигшее пенсионного возраста, либо имеющее инвалидность какую-то. Вот если ваш сын не будет являться лицом, у которого вот эти вот имеются определения, да, обязательного наследника, значит, тогда не будет он иметь право наследовать. Спасибо большое, Ольга Александровна. Продолжайте, пожалуйста, к нам дозваниваться. 202-11-22. Телефоны в студии работают. Если вдруг линия занята, дозванивайтесь. Ваш вопрос обязательно попадет к нам сегодня в эфир. Конечно же, неоднократно и в каждой программе, если речь у нас идет о завещании, мы говорим о том, что в течение 6 месяцев нужно подать заявление о принятии наследства. Если человек этот срок пропустил, не успел, не знал, возможно, как в таком случае принять наследство? Возможно ли это вообще? Ну, срок принятия наследства, который установлен, в течение 6 месяцев необходимо обратиться к нотариусу, независимо от того, наследник ли по закону или по завещанию. Срок установлен для всех. К сожалению, действительно, многие заблуждаются, особенно лица, которые являются наследниками по завещанию. И иногда они пропускают срок принятия наследства. То есть, думают, если завещание, да, то это значит автоматически? Ну, да, видимо, да, так. Расценивают они. Но, к сожалению, у нас срок общий и для наследования по закону, и по завещанию. И в случае пропуска срока принятия наследства, то необходимо либо подтвердить фактическое принятие наследства, либо в судебном порядке установить факт принятия наследства. То есть в бесспорном порядке, если предъявляется документ, подтверждающий совместную регистрацию с умершим, если это по завещанию, то если это имущество как раз то, которое завещено, например, квартира, да, и в этой квартире были зарегистрированы и наследодатель, и лицо, которому завещена эта же квартира, то это будет считаться основанием для признания его принявшим наследство фактически. И в данном случае, как бы, независимо от того, когда он обратится, в течение 6 месяцев или по истечении 6 месяцев, вопрос, проблем с подачей заявления не будет. Если же такого факта подтверждения нету, такого документа, то наследнику необходимо будет обратиться в суд. И в судебном порядке как раз вот решить вопрос об установлении факта принятия наследства, либо восстановления срока для принятия наследства, если были уважительные причины для пропуска этого срока. Вот обязательно продолжим сейчас рассуждать на эту тему, но примем звонок от телезрителей. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вопрос. Здравствуйте. Ваш. Говорите, здравствуйте, пожалуйста. Вы меня слышите? Да, слышим. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела узнать, у меня в наследниках только один троюродный брат. Мне нужно писать завещание или нет? Спасибо большое. Ну, в данном случае, ну, возможно, я бы даже рекомендовала написать завещание, потому что, как правило, когда это не первые там две очереди родства, в дальнейшем возникают сложности с подтверждением родственных отношений, потому что достаточно длинная цепочка, смена фамилии у разных лиц, да, там мамы выходили замуж, многие неоднократно, кто-то выходил замуж не в одном регионе, да, родился здесь, вышел замуж там где-то на Кавказе и так далее. Да? И возникают порой вопросы именно с подтверждением родственных отношений, когда вот это вот не первая, не вторая степень родства. Поэтому при наличии завещания, соответственно, этот вопрос просто убирается.
не нужно ни в суд искать. Во-первых, да, искать, как правило, очень сложно. Да? Единицы все сохранено в таком виде, чтобы вся цепочка была собрана. Тем более, если, может быть, кого-то в живых нет, ну, к примеру. Там, да? Так или иначе, естественно, это тоже документы подтверждения должны быть предъявлены. Но на практике очень часто, вот, когда это достаточно третьей, четвертой очереди, уже сложнее с документами. Если еще не всегда близко общались, да, естественно, приехали, документы не знают, где хранится, или еще что-то не нашли, что-то утрачено. Поэтому всегда возникает вопрос. Потом обращение в суд необходимо для установления родства. Угу. Если будет завещание, то эти вопросы автоматически все снимают. Скажите, пожалуйста, вот на примере данной телезрительницы, которая к нам сейчас дозвонилась на программу, человек, если решил составить завещание, в данном случае на троюродного брата, в завещании родство прописывается, ну, к примеру, я составляю завещание на Петрова Иоанна Васильевича, он мне троюродный брат и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Либо просто называется имя, фамилия, дата рождения, паспортные данные. Достаточно прописать фамилию, имя, отчество, дату рождения лица, которому вы хотите сделать завещание. То есть форма, она едина для всех, в том числе для родственников или для посторонних людей? Завещание можно сделать на любое лицо, поэтому здесь привязываться, является ли гражданин родственником наследодателя или не является, совершенно нет смысла. Поэтому вы можете же сделать и на постороннее лицо, и на ребенка на своего завещания, или на маму завещания. То есть независимо от того, кто он является вам родственником или не родственником, завещание уже дает право это лицо рассматривать вашим наследником. Спасибо большое. Есть звонок. Мы его принимаем. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Алло. Алло. Да, ваш вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да. Говорите, пожалуйста. Только убавьте телевизор, у нас какие-то посторонние шумы в эфире. Говорите, вопрос ваш. Алло, вы меня слышите? Вас слышим, да, слышим вас. Здравствуйте. У меня в квартире зарегистрирован внучатый племянник. И завещание я тоже на него написала. Ему потом придется платить налог на вступление в наследство или нет? Спасибо большое. Значит, я так понимаю, речь идет не о налоге на вступление в наследство, а о пошлине, которая уплачивается у нотариуса за получение свидетельства о праве на наследство. Значит, если наследник у нас проживал и был зарегистрирован на день смерти и продолжает быть зарегистрированным по адресу того объекта, который ему завещан, то есть вот квартира, да, опять со слов звонившей, она там зарегистрирована, внучатый племянник зарегистрирован в этой квартире, и эту квартиру она ему завещает, то в данном случае будет уплачиваться часть нотариального тарифа, не полный, а частично будет оплачиваться, но оплата будет взиматься. В любом случае он должен принести будет документ, подтверждающий, что он там зарегистрирован, эта справка будет о месте регистрации умершего, что подтверждает, что он там тоже был зарегистрирован на день смерти и до настоящего времени остается быть зарегистрированным. То есть в данном случае, даже если вот тоже дальняя степень родства, да, внучатый племянник, сказала телезрительница, то есть никаких проблем, если есть завещание на этого человека, если он прописан на дату смерти, никаких проблем не возникает. Нет. Хорошо. Вовремя обратиться просто, чтобы избежать какие-то еще дальнейшие проблемы. Но если совместная регистрация, повторюсь, это тоже будет считаться фактическим принятием наследства, даже по истечении 6 месяцев. Вот, кстати говоря, о сроках 6 месяцев в год, то есть здесь не распространяется. Или, допустим, там вот 6 месяцев и до 5 лет. То есть можно потом принять наследство в течение там 10-15 лет. Нет. Принятие наследства – это факт подачи заявления о том, что вы пожелали в наследство вступить. Вот подача заявления уже считается, что наследники приняли наследство. То есть просто заявление нотариуса. Да. Срок этот оговорен в законодательстве для того, чтобы определить круг наследников, для того, чтобы это не растягивалось на многие-многие годы, да, неизвестно, когда кто-то соберется, да, порой многие сидят и по несколько лет и не приходят к нотариусу. Вот есть определенный срок, в течение которого, если вы заявили
о своем желании вступить в наследство, подали заявление, нотариус рассматривает ваше заявление, представленные вами документы, подтверждающие родство, если это наследование по закону. Соответственно, по истечении 6 месяцев подводится резюме. Являются наследниками те-то, 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 в таких-то, таких-то долях, на такое-то, такое-то имущество, и выдается соответствующий документ, опять же, по обращению гражданина. При подаче заявления о принятии наследства нотариус в беседе выясняет, а круги наследников возможных еще есть наследники этой же очереди, которые пока еще не обратились, но если наследник, пришедший подавать заявление, сообщает их местоположение, где они проживают, конечно, зарегистрированы, нотариус обязательно известит такого наследника, а он уже сам должен для себя принять решение. Хочет он приехать, вступить в наследство, подать заявление или не хочет. То есть для этих наследников, которых нотариус уведомляет, тоже срок 6 месяцев. Да, для всех наследников срок установлен законом. Обратиться к нотариусу нужно именно в этот установленный 6-месячный срок. В дальнейшем можно прийти, предоставить какие-то документы, приобщить какие-то справки. Это уже не будет никаких ограничений по сроку. И в получении документов по истечении 6 месяцев, когда закончится вот этот срок пресекательный, тоже уже нету никаких временных рамок. Граждане могут как сразу по истечении 6 месяцев, там буквально, да, несколько дней прошло, и прийти, получить, так и через год, и через два прийти, получить документ. То есть получение свидетельства – это также право и не обязанность. Спасибо. Есть дозвонившийся, мы приветствуем вас, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда, у меня такой вопрос. Значит, мой дядя, брат моей мамы, так получилось, что он заболел, и сейчас там находится, к сожалению, я точно не знаю, как точно называется, но как-то, наверное, психоневрологический диспансер по Сызранью, в связи с тем, что некому за ним ухаживать. У них в собственности по 1/2 дом на маму, вот, и на дядю моего. Соответственно, вот такой вопрос. Он, как бы, получается, недееспособный, но судом не признан. И никуда мы, как бы, по этому поводу не обращались, только вот он у нас в этом диспансере находится. Вопрос, значит, в следующем. Имеются ли какие-то возможности оформить завещание или доверенность на мою маму, чтобы могли распоряжаться этим домом? Потому что сейчас, вот, так сказать, все время по его содержанию легло на плечи моих родителей. Если нет такой возможности, то кто будет являться наследником дяди в случае, если к его смерти, ну, к моменту его смерти моей мамы уже не будет в живых? Понятно. Будем ли вот мы, как бы, ее дети, либо еще какие-то другие там двоюродные, троюродные братья и их, соответственно, дети будут входить в наследство? Вы пока не отключайтесь, мы же не знаем, есть ли еще родственники, да, вот у дяди. Да. Ну, получается, знаете, первое, да, разделим так по категориям. Первое, можно ли сделать от такого гражданина завещание, доверенность или любовь? Я прошу прощения, телезритель на линии нужен? Да, все, наверное, понятно, нет, да? Все понятно, спасибо, да. Спасибо, тогда слушайте ответ. Значит, если такой гражданин находится на излечении или проживает вот в специальном стационаре, то вопрос, даже если он не признан недееспособным судом, то, конечно, если же сама телезрительница говорит, что он недееспособный, наверное, скорее всего, нельзя будет оформить. Конечно, можно вызвать нотариуса к нему, либо его привести к нотариусу. Нотариус пообщается, если действительно гражданин, ну, не совсем адекватный, не может уже понимать своих действий и последствий своих действий, да, то, естественно, никакой документ нотариально уже оформить от него нельзя будет. Из ряда там завещаний, доверенности, договора, какой-то на купле-продаже там или дарение уже нельзя будет сделать. Теперь, если... Я прошу прощения, Ольга Александровна, то есть здесь дееспособность в данном случае выявляет нотариус, а не врач?
Нотариус в любом случае мы для совершения нотариального действия, такого как завещание, доверенность, договоры, мы проверяем дееспособность. Мы проверяем дееспособность, первый основной момент, это по возрасту, да, то есть достижение 18-летнего возраста. И второе, это, естественно, из общения гражданина, насколько он понимает то, что он хочет совершить, какое действие, может объяснить, что он хочет сделать, понимает ли он последствия этих действий. То есть нотариус в беседе разъясняет, беседует, общается, и в ходе этой беседы достаточно делает видно вывод. Становится, да, делает вывод, насколько гражданин отдает отчет своим действиям. Да. Если гражданин не признан недееспособным, да, в судебном порядке, то если у нотариуса не возникло сомнения, что гражданин понимает, что он делает, тогда нотариус оформляет этот документ. Если же у нотариуса возникают сомнения в дееспособности этого гражданина, то нотариус вправе отказать в совершении нотариального действия. Вот. Если с ним что-то случится, то наследники в первую очередь — это дети, супруг, родители. Дяди. Да, то есть если у него есть свои дети, если у него есть в живых родители еще остались, или если у него есть супруга, то вот это наследники в первую очередь. Если же наследников в первую очередь нет, то наследниками второй очереди являются как раз его сестры и братья. То есть мама, да, телезрительницы, сестра, да, обратившись к нам, то есть она является наследницей второй очереди. Если к моменту смерти дяди мамы не будет, то есть сестры вашего дяди, то наследницей будете вы тоже призываться, как по праву представления, племянница. Если никого других наследников нету по этой же очереди, то есть других племянников по праву представления, либо сестер, братьев, то, значит, вы будете одна призвана. Если кто-то еще есть из этой второй очереди, то, естественно, вы наравне со всеми вступаете в наследство, и доли у вас будут распределяться. Спасибо большое. Ну а вот в похожих случаях, в похожих ситуациях, потому что я так полагаю, что они все-таки не единицы. И вот опять же, правомерно ли давать такой совет? Ну вот, может быть, все-таки привести на беседу к нотариусу, чтобы все же упростить процедуру? Вы знаете, наверное, если гражданин находится уже в таком специализированном учреждении, он, наверное, туда неспроста попал. Вот, уже вызывают вопросы и сомнения. Но если его к нотариусу привезут, в любом случае нотариус побеседует с ним. То есть нотариус уже не выгонит его из кабинета. В любом случае побеседует, в любом случае выяснит. Здесь сразу все становится ясно. Да, то, скорее всего, вопрос уже достаточно все ясно и понятно с положением. Вот. А второй момент, что кому достанется... Здесь уже все подробно очень рассказали. Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. Есть еще время, дозванивайтесь. 202-11-22, телефоны в студии. Также не премину заметить, что периодически на ваших экранах появляется телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области, где всегда квалифицированные консультанты ответят на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Специально проводятся консультации по телефону, разумеется, в рабочее время. Также это имейте в виду. Ну и дозванивайтесь к нам в эфир программы «Территория права». Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, процедуру, ведь такое бывает тоже, как отказаться от наследства. Отказаться от наследства также можно, как и подать заявление о принятии наследства. То есть это выражение воли, которое облечено в форму заявления. Гражданин, наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от причитающейся ему доли наследственного имущества, подав такое заявление нотариусу, у которого заведено наследственное дело. Либо, если это он впервые обратился, то он может нотариусу подать, и по этому заявлению будет заведено уже наследственное дело, и впоследствии все другие наследники будут обращаться уже непосредственно к этому нотариусу. Естественно, нотариус при выражении желания отказаться, гражданину разъясняет последствия отказа, о том, что если он сегодня подает заявление об отказе, уже впоследствии нельзя будет забрать этот отказ
назад. И передумать. Угу. Да, если через какое-то время вдруг он переосмыслил и решил все-таки вступить в наследство, уже, к сожалению, нельзя будет изменить решение. Отказ – это безусловное действие. То есть он просто, гражданин, отказывается, независимо от того, по каким причинам, да, что-то ему пообещали или какие-то были договоренности с родственниками. Это не имеет значения. Если он отказывается, то здесь, в данном случае, если, к сожалению, там, родственники не выполнят своих обещаний по отношению к такому гражданину, уже, опять же, изменить ничего нельзя будет. Нельзя будет прийти и забрать это заявление и сказать, я хочу вступать. Вот. Поэтому, естественно, принимая такое заявление об отказе, нотариус это также подробно и щепетильно общается с гражданином, объясняет ему последствия поданного заявления. Ну вот, насколько мне известно, написать и изменить завещание наследодатель может не один раз. Скажите, пожалуйста, а вот в обратном случае, с другой стороны, если взять этот вопрос, наследники могут также не одно количество раз отказываться и не одно количество раз принимать разное наследство? Если у нас наследство открылось после... наследодатель, вот один у нас наследодатель, открыто наследственное дело, то в рамках данного открытого наследственного дела наследник может подать заявление в течение 6 месяцев о принятии наследства, и в течение 6 месяцев, если он передумал, он может отказаться от наследства. Но если он подал заявление об отказе от наследства, то уже в дальнейшем он не может его забрать обратно и подать заявление это о принятии. Это касаемо есть... одного наследства и одного наследодателя. Да. Если, допустим, параллельно открывается дело наследства от родителей и, например, от дяди или тети. Ну, в данном случае в каждом можно... наследственном деле он и принимает решение, хочет он принять наследство после родителей, а после дяди он хочет отказаться. Пожалуйста. После родителей он принял, после дяди он отказался. То есть в данном случае здесь нету противоречия никакого, потому что это два совершенно разных наследственных дела. Дело. И здесь можно говорить также не о одном, не двух, не о пяти и так далее, да? Ну, если столько человек сразу умерли одновременно или параллельно. Нет, ну бывает, конечно, открывается наследство. Сначала там умер отец, потом умирает мама, потом умирает брат, да, у которого никого не было. То есть бывают такие, да, цепочки, к сожалению. Угу. Понятно. Все бывает. Давайте, редко мы поднимаем эти вопросы, но тем не менее и телезрители задают их. Кто такие недостойные наследники? Расскажите, пожалуйста, Ольга Александровна. Недостойные наследники у нас указано в законе, кто может быть признан таковыми. То есть это не наследует у нас ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, которые были направлены против наследодателя, либо кого-то из наследников, либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, а также способствовали или пытались способствовать увеличению их доли в наследственном имуществе или доли других наследников. Если эти обстоятельства подтверждены судом, установлены судом, то вот такие лица, они признаются недостойными наследниками и не наследуют после умершего. То есть, ну, это если более... не так витиевато, да, как в законе написано сказать. Если проще. Проще, да. Если у нас гражданин совершил против наследодателя какое-то умышленное злодеяние, да, покушение на убийство, например, да, и, естественно, в судебном порядке был вынесен приговор, что его признали виновным, что он умышленно покушался, то в данном случае... он является уже недостойным наследником, либо совершил убийство. Да, здесь уже, наверное, о наследстве-то и речи быть не может. Здесь а уже так вот как... о тюремном заключении нет, идет речь. Ну, неважно. У нас граждане могут находиться в тюрьме, но наследственные права свои также осуществлять. То есть, если он попал в эти места по другим обстоятельствам, да, за какие-то совершенно другие деяния, то если умирает его родители, он такой же является наследником. Да, и никоим образом он не лишается. А вот если он совершил именно умышленные противоправные действия против наследодателя,
или лиц, которые являются наследниками, тем самым способствуя увеличению своей наследственного имущества. Вот тогда здесь он уже будет считаться недостойным наследником. Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Я благодарю вас, как всегда, за компетентные ответы на вопросы мои, вопросы телезрителей. Уважаемые телезрители, следующая программа «Территория права» выйдет 22 октября. Следите за анонсами. Спасибо большое вам. Всего хорошего. До свидания. До свидания.